есть на сегодняшний день, чтобы организовать полив, от вас нужно желание и небольшой список документов. Данная дизельная станция построена на базе итальянского двигателя Iveco. В сегодняшнем обзоре хочу вам представить дизельно-насосную станцию от компании-производитель RM. Насос Сидромеханика, двигатель Iveco. Во-первых, давайте разберемся, для чего нужна насосная станция. Прежде всего, она нужна для подачи воды к оросительным системам. Делитесь в комментариях, у кого какие оросительные системы и кто какие использует насос. Дизельно-насосные станции RM оснащены всем необходимым для стабильной работы. Это всасывающая секция, раздающая секция, плюс механизм для стартовой заправки станции водой. Комплектация машины. Навес, двигатель Iveco 254 лошадиные силы, насос Сидромеханика, шасси с шинами и встроенным баком на 400 литров. Боковые пластины защиты, компьютер с функцией контроля двигателя, аккумулятор, самозакачивающийся насос, всасывающая секция с обратным клапаном. Станция RM может работать до 25 часов без дозаправки. Дизельная станция оснащена встроенным баком на 400 литров. Данная дизельная станция построена на базе итальянского двигателя Iveco 254 лошадиные силы. Работает он совместно с насосом Сидромеханика. Данная комбинация нам позволяет экономить топливо до 15%. А если использовать данную комбинацию с теплообменником, то можно добиться до 25% экономии на топливо. Использование данной дизельной насосной станции хватает для работы 3-4 машин, дождевальных машин барабанного типа. Все зависит от норм полива и от давления. Гарантия на данную дизельную насосную станцию составляет 2 года от завода-производителя. Также дизельная станция оснащена несколькими степенями защиты. Перегрев двигателя, низкое или слишком высокое давление в системе, низкий уровень топлива. Здесь есть электронная панель ELCOS, на которой отображается количество моточасов, давление масла, температура масла и охлаждающей жидкости, скорость вращения двигателя, давление воды, таймер, уровень топлива, отключение защиты насоса, индикаторы аккумулятора и масла. Включение защиты, аварийная остановка. Если вы не знаете, как правильно подобрать оросительную систему, обращайтесь к нам. Мы вам предложим оптимальное решение под ваше поле. Совсем недавно мы запустили совместную программу со Сбербанк Лизингом. Теперь данную технику можно приобрести без аванса, с сезонными или равными платежами, срок до 5 лет. То есть на сегодняшний день, чтобы организовать полив, от вас нужно желание, оформленное юридическое лицо и небольшой список документов. Чтобы узнать цену на оросительную систему или на отдельные элементы, жмите на «Узнать цену» в правом верхнем углу. Понравилось видео? Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал.